Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и сегодня посмотрим очередной экшен-рогалик Vampirlike Scarlet Tower. Игрушка вышла 1 ноября прошлого года. Но я эту игру пропустил. В Steam более 700 положительных обзоров. А отзывы очень положительные. Игра находится все еще в раннем доступе, допиливается, дополняется. Короче, давайте посмотрим, давайте заценим. Итак, доступно, как я понимаю, два персонажа. Девушка-волшебница и воин. Ну, давайте за воина сыграем. Так, багровый меч. Кровомант. Создает волну крови, которая наносит 25 урона и поглощает 25% урона нанесенного. Ну, поглощает это типа вампирит? Так, один из вариантов. Пассивные навыки. Аспект летучей мыши. Во время рывка превращается в летучую мышь на 3 секунды. И получает на 20% скорости, наверное, больше перемещения. Следующий вариант — это трансфузия. Создает вокруг себя пульсацию крови каждые 20 секунд, наносящий 300 урона и поглощающий 2 здоровья попавших врагов. Знаю, тут что, какая-то стоимость? Какая нахрен стоимость? У меня нет ничего. Так, и глифы. Создает вокруг... Ага. Глифы — это нижняя строчка. Изобилие. Ну, я, наверное, может, вообще-то ничего взять не могу. Дайте аспект летучей мыши. Здесь ночной. Дает статус летучей мыши, увеличивает скорость. При входе в форму летучей мыши вы призываете волну ледяной крови. Вампирское исцеление. Вот это надо внимательно. Во время пребывания в форме летучей мыши вы восстанавливаете 1% от максимального здоровья в секунду. Только каждые 10 секунд. Ну, давайте вот так. Ничего не понял. Так, давайте еще разочек. Ну все, наверное, отправляемся. Так, доступна локация Ночная долина сосновых. Получив новое оружие, вы получаете мастерство соответствующей фракции. Когда получаете доступ к мастерству фракции, новая способность становится доступной при повышении уровня открытия. Это же надо все на практике смотреть. Так, автоприцеливание. Так, ну было очень тихо. Очень громко, я сделал очень тихо. Давайте поменяем тогда. Ты что-нибудь слышишь? Ну прям еле-еле. Нарисовано просто великолепно. Так, повышение уровня. Малиновый щит. Тамплиерский щит. Посох Архангела. Каждые секунды создает взрыв адского огня, который наносит 70 урона и поджигает врагов. А тамплиерский щит тоже создает взрыв. Здесь так, взрыв огненных кос, пронизывающий врагов. А это щит на 7. Так, щит на 70 единиц на 3 секунды после восстановления энергии. Вот это сложно. Давайте посох, это оружие, будем смотреть. Огненный посох. Сияние свет. Когда щит истощается, не надо нам истощался щит. Да что, огненный посох? Сейчас наберем непонятно чего. О, кстати, прикольно. Посох льда. Багровый меч.
Дайте багровый меч. Урон на 25. Гипотермия. Заморозка истощает 5% максимального здоровья цели. Но у меня мороза-то вроде нет. Перебросить. Ну, ага, посох льда. Потом можно взять будет гипотермия. Давайте посох льда возьмем. А, циферки означают, сколько секунд до кулдауна. Так, посох льда. Мне нравится идея, что отнимать от максимального хп. Тут вне зависимости, какой противник будет по силе. Ну, какая бы хпшка у него ни была, хоть миллион, хоть миллиард. Сколько-то попаданий, он сдохнет. Посох скелета. Призывает скелета, но это не очень интересно. Священная вода. Бросает флакон. 5 урона со временем. Улучшенная вера. Давайте рерол. Огненный посох хочу. Посы прилетели. Еще посох льда. Еще посох льда. Сейчас у нас какая-нибудь эволюция появится. Цель получает дополнительный урон в размере 5% за каждое дополнительное попадание караем, которое они получают. Травма грешник. Может, какой-то карой? Типа священным уроном или что? Ну ладно, давайте. А, ну вот, кара, да, у меня есть. Смотри, а это в верхнем правом углу. Время сколько до конца волны? И может быть это указатель? Солнце. А, это где солнце? Просто это может быть это вкусняшка, как на компасе. Меч. Священная Библия. Орбитально вращалась вокруг вашего тела. Блин, ну тут просто все друг друга заимствуют. Чего там изобретать? Просто берешь, копируешь, как у других, и все. Ни стыда, ни совести, конечно, у людей. Божественное возмездие. Давайте попробуем божественное возмездие. 1% шанс. Очко веры. Травма грешника.
Было бы неплохо, если было бы очко грешника. Два снаряда. Книжкам. Священным. Очко оккультизма. Мне дает посох льда. Пусть они все трескаются. Посох архангела. Урон на 20 увеличил. Так, а магнитики тут какие-нибудь есть для сбора? Я, кстати, рывком не пользуюсь. Травма грешника. Ни хрена себе. Когда летучей мышью пролетаешь, он не то что там не вампирит, он хпшку теряет. Притом охренительно. Да, еще травму грешника. Босс, это самые настоящие грешники. Все, травма грешника, максимальный уровень. Лучше не грешить. Монстры это уже понимают. Не понял, у меня вроде только что полная хпшка была. Как тут все переменчиво. Священная Библия. Урон плюс 10. Ну вот, смотри, вот полная хп. Вот что это такое? Это какая-то неуязвимость. А хп это нифига не полная. Ну а что ты не лечишься-то после полета? Ученик, священник. Теперь у любого оружия веры есть шанс божественное возмездие. Вот нужно увеличивать этот шанс. Так, еще священную Библию возьмем. Начал за воина-вампира, стал священником. Освященный паладин. Так, что, за 97 или как? Не то, что у меня хпшка уже... наполовину израсходовался, это, конечно, не здорово. Золотые слитки. Так, время перезарядки минус 3 секунды. Посох архангела, давайте. Ну как бы нам повампирить-то? Все как кусок льда. А здесь враг? Кто здесь? Блять.
гаденыша. Заморозка, авария. Давай размораживай. Хренач, родной. Я не понимаю, вот он вампирит, не вампирит. И так незаметно. Смотри, какие слитки. Еще давай, еще. Ну, время же 49 секунд, но... Поднажми, ну, поднажми немножко. Посох Архангела. Хренач, хренач, родной. Двадцать секунд, ну давай, давай, давай. Там может персонаж еще какой-нибудь. Священник. Любой источник щита увеличивается на 60. Не, давайте священную Библию. 10 секунд. Не, ну тут не успеешь ничего сломать. Ну, грустная история. Ну все. Миссия провалена. Все дело же правильно. Надо огненный посох. Выжигает сволочь это. Баблишка неплохо. 10 косарей уже набрал. 10 500. Так, огненный посох. Это мы, наверное, еще светлое время суток выживаем. А потом начнется полная жесть. Скоро будет закат. Так, посох Архангела добавляет плюс один кастануть. Плюс один кастануть. Жаба, здорово. Что предлагаешь за 7000 черепов? Флакон восстановления хп увеличивает ваше восстановление хп на 5 во время текущего выполнения, не занимает место в инвентаре. Очки охотник. Давайте возьмем. Ну, хотелось бы пройти первый забег.
Поэтому можно немножко раскошелиться. Ладно бы монстров еще новых придумывали. Вот эти цветочки пожирающие, не знаю, это что там. Венерина мухоловка или что там. Ну что-то такое похожее. Вот у всех оно, мне кажется, есть. Это растение. Ага, ну нихера себе, сейчас самая жесть, видимо, начнется. Блять, какие-то жуки взрывающиеся. Давайте меч багровый. Нихера себе, как хпшка проседает. Не надо, не надо меня кусать. Суки. Я, кстати, вампир, я же свой. Днем я священник, а ночью вампир. Нормально же общались. Смотри, какой опыт дают. В виде аметистов. Радиус подбора маленький. Столько пропадает, что просто плакать хочется. Капля крови поглощает 1% урона, нанесенного врагам, с 25% здоровьем или менее. Ну и что это значит, лечит меня? Что это значит поглощает? Нанесенного врагам. Если бы еще поглощало то, что тебе прилетает, это было бы хоть понятно. Поглощает. Ну давай уже, лети. Кстати, хпшка у него восстанавливается-то неплохо. Не жалею, что взял за 3500 черепков. Правда, может, это какая-то суперценная валюта. Можно было каких-нибудь усилков взять. 3 тонны. Так, скорость атаки снаряда. Дайте багровый меч. Будем атаковать чаще. Веселее, бодрее. Да, магнитик бы тут. Ну нихера себе, тут сжирают почти четверть за касание. Ледяной посох? А это эволюция его какая-то? А это у меня какой посох? Создает ледяной дождь. Давайте ледяной дождь. Давай. Так, еще 9 минут надо продержаться. А не появится никакой жабы там, торгующей. Божественное возмездие. 1,63 шанс. Ну давайте божественное возмездие. Но там увеличивается не на процент каждый левел. Ну у каждого оружия. У меня это оружие 6 штук. И оно хреначит там каждые несколько секунд. Получается, божественное возмездие постоянно будет включаться. Как оно выглядит, непонятно.
О, чудо-юдо какое-то пришло. Здорово. Ваш дух увеличивается на 20. Эффективность исцеления из защитнических щитов. Нет у меня никаких щитов. Давай меч погровый. Защита для слабаков. Куда ты не туда бьешь, братух? Я тут. Ну, правда, может быть, я неправильно делал, может, его надо все-таки вырубить. Смотри, там какая-то вкусняшка, сундук кто-то обронил. Неплохо, неплохо взять все. А что мне, блядь, за глупый этот, глупое предложение? Все, конечно. А есть водяной посох, а есть ледяной? Водяной, ледяной. Давайте багровый меч, все, максимальный уровень. Может, какая-то эволюция где-то сработает, о которой я не знаю. Ну, я ни о каких не знаю. О, неплохо, неплохо. Херач, херач, вот прям по этому чуваку. Браганец какой-то. Ну, хпшка у него большая. Так, а чё дали? А, сундук еще кто-то обронил. Ну-ка, ну-ка. Паладин. Взять. Хренач, 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 вот прям хорошо идем. Посох черного пламени, блин, куда это помещается-то? Да и вот это не вкуриваю. Не понял. Ну, у меня же 6 свечей. Надо будет попробовать взять. Ну, пока докачаем то, что есть. Ну, не исключено, что можно от чего-то отказаться. Нифига себе, тут одно касание как дорого может обойтись. Не-не-не, давайте отсюда нахрен. Блять. Жестко было. Булки тут не расслабишь. Блин, ну чего вы так переть-то стали? Суки! Так, что быть, возьму. Все. Ночной рост.
Лечение, защитные щиты, все лучше. Гаденыш, что ж с ним делать-то? Ну, книжками его надо. Ну нет, 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 ну как так-то, ну как так-то? Иди ты. Ну, разнообразие врагов тут просто изумляет. Ну и где? Где что появилось? Может, его надо добивать пытаться? Ну, стрёмно. Ну, хпшка прям на несколько укусов. Это я не понял, где... Ничего не... Так, ледяной посох. Плюс 4 снаряда. Звучит хорошо. Все, теперь вижу, где сундук. А теперь не вижу опять. Урон на 30. Нет, 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 суки. Не очень понимаю, как, почему это новые. Давай рерол. Освещенный паладин, исцеление и защитные всякие эффекты. Противники, да, чуть поменяли состав. Ну мочи, это чудо-юдо-то, но... Братух, ну давай, давай, 2 минуты осталось. Давай эту божественную силу пригласи помочь. Ну, естественно, он будет сейчас рыгать. Хреначим, хреначим. Ну, блять, ну почему ты перестал, но... Новый еще клоун какой-то. Да иди ты, блять. Я просто помню, что это не к добру, когда играешь вампиров. Этот чувак обычно появлялся и на этом заканчивал. Увеличивает максимальное здоровье на 1% каждый раз при получении урона в течение ночи. Максимум до 50%. Звучит неплохо.
перекус. Оказывается, тут он где-то под деревом лежали, лежали блюда какие-то. Ну отстань от меня, отстань. Блин, половину хпшки сожрал, да блять, иди ты. Да иди ты, сучий потрошок. Нет, 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 да... Что ты можешь предложить? Ледяной меч. Каждые 10 секунд создается ледяной меч. Ой, ну пусть хоть ледяной меч, хоть чего-нибудь создается. Нет, 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 блядь, иди отсюда, сука. Ну нет же, блядь, иди. Ну как так-то, ну как так-то? Ну все же делал правильно. Выжили 2 минуты. Ну, по-моему, даже больше выжил. Так, ну а собранное золото на что можно поменять? Так, трансфузия, вокруг себя пульсация крови. Это пассивные навыки, аспект летучий. Ну хорошо, закасариваю. Значит, если стоимость... Как я перешел в это меню? И почему на назад не идет? Ага! Здесь просто вот смотри, тут написано вот Е. Я смотрю на это, оказывается Е-то вот здесь. У, Е. Все понятно. Так, достигнут уровень. Все ясно. Ясно, понятно. КПшка. Еще плюс 46, плюс 72. Рекомендуемый. Тоже рекомендуемый, смотри. А что вы не рекомендуете? Можно посмотреть? Скорость атаки не рекомендуем брать. Критический урон. Шанс на крит. Ну понятно. Жадность. Значит, надо жадность побольше брать. Фигню советуют. Что-то переключается? Понятно. Здесь разная валюта. Видишь, есть вот эти аметисты. Ну тут растет в обычный 1200, все, ты полностью себя улучшил. Ранг 5. Да тут все можно прокачать, в принципе. Пара забегов и все прокачать. Не так много позиций. Снижает. Так, на 11% снижает, на 14%, на 17%, на 20%. Магическая броня. Магический урон снимает. Так, ну скорость передвижения, ну давайте на пол шишки. Так, а удача на что влияет? Появление коллекционных предметов. Коллекционные карточки Steam. Больше золота дают. Давайте больше золота. Говорит, у вас нет золота. Чтобы собирать золото. Логично. То есть скорость атаки магической. Так, а здесь что? Значит, человек, эльф, вампир, демон. Так, вампир.
Выберите вариант. Тут трешка что-то стоит. А это работает. А где вот этот мой паренек-то? Как он выглядит? Вот так вот. Рыжеволосый. Рыжеволосый вот так вот. Так, работает вот с ним. Это косарь. Солнечный свет ограничивает силу вампиров, но ночью они показываются истинную мощь. В темное время суток вампиры имеют 1% шанс вытянуть из 4 единиц здоровья каждый раз, когда наносит урон. Вытянуть? Шанс вытянуть из 4 здоровья каждый раз, когда наносит... Охерительно переведено. Приблизительно как я перевожу. Давайте возьмем. Все, потратили. Назад пути нет. Сгустится. Острые клыки. Много, блин. И вот это, то, что Escape не на какое-то обратное меню, а просто вообще на... В основное меню сбрасываю. А, мы открыли несколько персонажей. Вот, смотри, вот этот чувак. Двойная катана. Так, а если мы его возьмем, то он прокачан? Это на всех распространяет. Хорошо. Так, ну и что это за клоуны? Значит, это молот правосудия. Это паладин. Это кузнец с двойной катаной. Наносит удар вперед. Это надо все смотреть. Что ж, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. В принципе, все играбельно. Хотя, конечно, нарекания уже определенные есть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи в следующей серии. Всем пока.